Казахстанцы снова смогут провозить в самолетах багаж до 20 килограммов бесплатно. Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития вступит в силу через несколько дней. Напомню, что в апреле парламент нашей страны одобрил поправки в законопроект о транспорте, где было указано, что стоимость провоза чемоданов будут определять сами перевозчики. Некоторые авиалинии уже внесли коррективы в правила перевоза багажа. Теперь этой нормы нет. А вот объем бесплатного провоза ручной клади определяют сами авиакомпании. Обычно он не превышает 5 килограммов. Вот только лоукостеров этот приказ не касается. Они по-прежнему могут взимать отдельную плату за багаж по установленному тарифу.